Девчонки, всем огромнейший привет! Сегодня хочу показать вам свои приобретения. И начну я вот с такого интересного валика. Валик для спины. И это очень простое, но эффективное изобретение одного японского доктора. И с помощью такого валика можно добиться ровной осанки, можно укрепить свои мышцы и даже уменьшить целлюлит. Но обязательно нужно выполнять правильно все и, конечно же, регулярно. Это, наверное, ключевое слово. Такой валик можно располагать под грудью для подтянутой груди. Для узкой талии мы на таком валике лежим где-то минут 5, и валик мы помещаем на ту область, где у нас начинаются ребра. И также можно избавиться с помощью такого валика от целлюлита. Тогда мы размещаем валик на бедрах и просто на нем перекатываемся. Тем самым у нас улучшается кровообращение и происходит такое своеобразное жиросжигание. Вот так вот выглядит мой валик, очень симпатично, как мне кажется. И я его заказывала в интернет-магазине «Эко-молодость». Я вам ссылку на него оставлю. Пришел мне этот валик очень быстро. И он был, конечно же, красиво упакован. Но так как я им уже пользуюсь, пришлось его распечатать. Но я для вас сохранила этикетки, какие здесь были, чтобы вы посмотрели информацию. Вот первая этикетка, тут сменный хлопковый чехол, стильный дизайн. Кстати, дизайн вы можете выбрать абсолютно любой, там разные есть валики, но мне понравился именно вот такой. И такой валик идет с лечебным ароматом сосны, можжевельника или лаванды. У меня с ароматом можжевельника. Аромат здесь, кстати, такой, знаете, очень ненавязчивый, он чувствуется, но он не прям так сильно бьет в нос. Валик довольно-таки плотный. Очень приятный, ровный. И что мне понравилось, здесь идет вот такая вот памятка. Можете поставить на паузу, почитать, как правильно лежать на подобном валике. И я эту памятку обязательно себе сохраню и перед каждой процедурой буду к ней возвращаться, чтобы делать все правильно, делать все точно. Вот, я уже занимаюсь на этом валике около недели, и мне кажется, что результат действительно есть. Как-то спинка стала более ровной. Поэтому обратите внимание, от себя я могу порекомендовать. Я давно читала о подобных валиках, но вот теперь наконец-то нашла, где это можно заказать. Поэтому ссылочка в инфобоксе, кому тоже интересно, проходите. И также у них есть щетки для тела. Я увидела вот такую вот щетку, сразу ее заказала, хотя у меня есть подобные щетки, но они все идут на длинные ручки, и я поняла, что мне неудобно на такой длинной ручке, особенно прорабатывать поверхность заднего бедра, и вот без ручки прям самое то. Это щетка из бука, здесь искусственное волокно и щетка средней жесткости, то есть она подойдет в принципе и для чувствительной кожи. И именно с такой щетки я советую начинать именно сеанс сухого массажа. Я вам о сухом массаже на своем канале уже рассказывала даже не один раз, и я такую процедуру провожу обязательно где-то раза 2-3 в неделю. Во-первых, такая щетка дает очень хороший эксфолирующий эффект, и она отшелушивает омертвевшие клеточки кожи, скрабирует кожу, и кожа потом очень гладкая. Делать массаж нужно обязательно на сухую кожу, снизу вверх, двигаемся круговыми движениями с легким нажимом, но без фанатизма, девочки, будьте аккуратны, потому что кожа так она краснеет от подобного массажа, но это еще и за счет того, что увеличивается кровообращение, ускоряется лимфоток, и если не лениться делать все регулярно, то вы увидите, что от подобного массажа есть эффект в том плане, что кожа выглядит более подтянутой, более ровненькой. Очень-очень рекомендую, и вот теперь вы знаете, где заказать. Итак, сейчас я это уберу, мы пойдем с вами дальше. Дальше у меня небольшие приобретения в плане ухода за руками и ухода за кожей губ. Сейчас у нас зима, и у меня что руки, что губы страдают просто безбожно. Во-первых, я живу в Сибири, у нас холодно, и, естественно, нужно защищать кожу.
Мне очень приглянулись вот такие вот малыши от бренда Leno. Скорее всего, так произносится название. И у меня здесь крем. Крем очень густой, очень плотный. Он идет с пчелиным воском и маслом карите. У него небольшой объем, но для одного использования нужно прям совсем немножко, небольшую горошинку. Сейчас я вам покажу, насколько он густой и плотный. Вот такой достаточно жирненький у него. Приятный, кстати, такой аромат, кремовый какой-то, сливочный. Мне этот аромат нравится. Распределяется по коже неплохо, очень хорошо восстанавливает кожу рук, увлажняет кутикулу, питает ее, ухаживает за ногтевой пластиной. Достойный, особенно если кожа рук у вас страдает от сухости, то обратите внимание. И у меня два бальзама. Вот этот бальзам, он более такой плотный, и он называется Pro Intense, восстанавливающий и увлажняющий бальзам для губ с пчелиным воском. Я его специально взяла для того, чтобы наносить перед выходом на улицу, чтобы губы не обветривались. Он тоже такой жирненький, плотненький, но в целом он приятный. И подойдет, наверное, для супер сухой кожи. Здесь объем 100 мл для супер сухих губок, для того, чтобы их восстановить, напитать, избавить от шелушений. Также можно наносить на ночь, за ночь замечательно все увлажняет, питает. Тоже могу его порекомендовать. И уже вот такая более стандартная версия. У меня здесь до конца не отклеилась этикетка. Но я обязательно от нее избавлюсь, потому что смотрится, конечно, не совсем опрятно. Это у нас бальзам, он идет тоже с пчелиным воском и маслом карите. Тоже довольно-таки жирненький. Это у меня такая, знаете, сумочная версия, где-то взять с собой, быстренько губки увлажнить. И также я этот бальзам обычно наношу под матовую помаду для губ, для того, чтобы губы не так пересыхали. Приятный бальзам. Приятно пахнет, хорошо работает, что еще как бы и желать. И были у меня небольшие покупочки средств для полости рта, для гигиены полости рта. Во-первых, я увидела вот такую вот зубную щетку с перекрестной утонченной щетиной. Я, конечно, ей пока не воспользовалась, потому что, ну, решила все-таки вам видео показать. Но я думаю, что сегодня уже начну зубки чистить именно с помощью данной щетки. Что мне понравилось, я вам сейчас поближе покажу. У нее сама щетина, она с такими тоненькими-тоненькими наконечниками. Если я правильно, конечно, говорю, поправьте меня. И подобное строение вот этих щетинок в моей любимой щетке ионной. И я знаю, что именно такая вот щетина, она очень хорошо именно очищает межзубное пространство. Поэтому я думаю, что мне эта щетка понравится. И плюс здесь идет как бы бонусом ластик для удаления пятен. Тоже будет интересно попробовать, как этот ластик работает. То, что я уже сейчас активно тестирую, и я не знаю, новинка ли это, но я раньше не встречала. Это вот такие отбеливающие полоски для зубов. Они наносятся на верхние и нижние зубы, и где-то на 10 минут мы оставляем. Затем следует просто рот прополоскать водичкой. У меня вот здесь вот осталось две полосочки, но вообще их в комплекте 6. Стоит такой набор вполне демократично, недорого. И я могу сказать, что зубы действительно становятся белее, но я использую эти полоски в комплексе с зубными пастами от этого же производителя. Я вам сейчас их покажу. Но мне понравилась идея вот таких полосок. Они очень хорошо именно растворяют все вот эти отложения на зубной эмали. Зубную эмаль осветляют, освежают дыхание, очень приятные и комфортные. Поэтому обратите внимание, если хотели давно попробовать отбеливающие полоски, то вот теперь у White Glow такие появились. Я, кстати, помните, заказывала полоски отбеливающие на iHerb, и они стоили намного дороже, и при том они мне вообще не понравились. Вот эти лучше. И зубные пасты я купила, тоже решила обновить, как-то у меня все позаканчивалось. Вернулась к своим любимым зубным пастам White Glow. Во-первых, вот такая зубная паста с ополаскивателем. Выглядит она вот так. Что мне нравится, это то, что вот эти пасты, они
предназначены для отбеливания, но у них такая консистенция, которая не содержит абразивных частиц. То есть это просто вот такая обычная белая паста с приятным мятным привкусом и ароматом. И что здорово, она не будет портить зубную эмаль, потому что все вот эти абразивы, они все-таки со временем зубную эмаль истончают. Здесь такого нет. Очень хорошо эта паста очищает зубки, освежает дыхание. Вообще никаких претензий. И тоже мне еще нравится вот такая зубная паста в красном варианте. Она для супер отбеливания, такая профессиональная серия. И если пользоваться ей регулярно, то где-то через недельки две вы увидите, что зубы становятся белее. Это действительно так. У меня вся семья пользуется, всем нравится. Поэтому, если вы еще не пробовали такие зубные пасты от White Glow, то обязательно к ним присмотритесь. Продаются они на самом деле практически везде. Можно на Озон заказать, можно найти в гипермаркетах типа Лента, Окей. То есть походите, посмотрите. Я думаю, что вы в каждом втором магазине их точно встретите. Вот такие у меня были приобретения. Надеюсь, что-то полезное из этого видео вы для себя почерпнули. Буду рада обратной связи. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Будем с вами дружить и увидимся в следующем видео. Пока-пока!